Здравствуйте. Представляем вашему вниманию лот номер 2 Бокс Авеню Плюс Микс Underwear. Страна Англия, демисезон, вес мешка 3900, количество мешка 44 единицы, микс белья. Брюки домашней пижамы идут на резинке, шнуровка 2 кармана. Размер у нас будет, это европейский 34, по составу 100% хлопок. Шорты домашние пижамные на резинке. Размер европейский 36, по составу 100% вискоза. Футболка. Спина у нас открытая. Футболка для спорта идет. По составу 93 полиэстер, 7 эластан. Европейский размер 36. Майка. Топ Микки Маус на резинке идет. Размер у нас будет L. Сорочка на бретельках. Бретельки у нас регулируются. Европейский размер 36, по составу 100% полиэстер. Шорты на резинке, шнуровка. Имеется европейский размер 44, по составу 100% модул. Топ на бретельках. Бретельки у нас регулируются. Европейский размер 44, по составу 100% хлопок. Халат. Теплый. Капюшон у нас вот с такой киской. Идет на поясе. Также два кармана. Европейский размер 36-38, по составу 100% полиэстер. Пижама, идет полноценные брюки и майка с попугайчиками. Майка у нас размер 12, по составу 85 хлопок, эластан 4%, полиэстер 11, здесь имеется вышивка. Пугачек, а брюки идут на резинке, шнуровка 2 кармана, размер у нас тоже 12, по составу будет 100% вискоза. Пояс для чулков, размер европейский 40-42. Пояс для чулков. Размер у нас это будет 20. Русский женский высокая посадка, размер 16. Размер 10. Шестнадцать высокая посадка, 20, 14, 8, стринги женские, европейский размер будет 42, русские женские, европейский 44. Стринги 42 размер. Трусики. Европейский надо будет 42. Сорок европейский.
Европейский размер будет 40. Лавки купальные. Европейский 38. Купальник. Плавки у нас европейский 40 размер. А бюстгальтер европейский 70D. Европейский размер 36, верх купальника. Верх купальника 38 размер. Купальник сплошной с чашечками. И размер будет 26, ярко-красного цвета. Бретельки регулируются. Бюстгальтер 40Е. 42D без косточек. 40D без косточек. Семьдесят G. Шестьдесят пять А. Семьдесят Ф. Восемьдесят Е. 65Е, 80Ф, 65Ф, 65Д без косточек. Восемьдесят Д. 70C, 85B. Спасибо за внимание.